Здравствуйте, друзья! Выставка E3 – знаковое событие для игровой индустрии. Именно там проводится огромное количество анонсов и появляются новые подробности об уже представленных проектах. В этом году тоже не обошлось без сюрпризов. Insomniac Games, разработчики Ratchet & Clank и Sunset Overdrive представили на конференции Sony красочный 9-минутный ролик новой игры про Человека-паука. По презентации заметно, что студия явно вдохновлялась проектами серии Arkham. Похож и стелс, и боевая система. Однако, в отличие от Бэтмена, Питер Паркер все-таки обладает неординарными способностями, поэтому иногда выполняет совершенно невообразимые трюки. Разработчики не перестают повторять, что уделяют огромное внимание проработке города и паутины. Если точнее, то игроки будут передвигаться по Манхэттену, учитывая физические свойства нитей. Сюжетно Спайдермен не станет в очередной раз пересказывать историю гибели дядюшки Бена и становления Питера как супергероя. Здесь парень уже 8 лет живет двойной жизнью и успел существенно пополнить свой арсенал приемов и гаджетов. Огорчает лишь перенос даты релиза. Игра появится где-нибудь в 2018 году эксклюзивно на PlayStation 4. С вами Games Blender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Сегодняшний выпуск мы целиком посвятим самым интересным анонсам выставки, прошедшей на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Monster Hunter World. Сложно в это поверить, ведь серия последние несколько лет хранила верность консолям Nintendo. Но факт есть факт. Манхан выбрался из оков слабого железа портативок и выглядит весьма сочно. Подробностей пока не слишком много, но уже известно, что в игре будет огромный открытый мир и взаимодействие животных друг с другом. В сражениях потребуется уделять больше внимания окружению и использовать его для получения преимущества в битвах с гигантскими монстрами. Корпоратив на четверых охотников никуда не делся, так что самое время подбирать команду верных друзей. Бессмертная классика Фумита Уэды появится на PS4. Грядет переиздание Shadow of the Colossus. На конференции японцы показали небольшой ролик, где похвастались значительно переработанной графической составляющей. Стоит отметить, что за ремастер одной из важнейших игр эпохи PlayStation 2 отвечает студия Bluepoint Games. Уэда-сан, по всей видимости, не имеет к проекту никакого отношения. Мэттер хоть и работал, срывая все приличные и неприличные сроки, но зато умел создать невероятную атмосферу. Удастся ли ее сохранить другой студии, неизвестно. Переиздание выйдет в следующем году, но некоторые подробности есть уже сейчас. Например, управление, как и некоторые другие особенности проекта, перерабатывают для удобства современных игроков. Не удивимся, если студия расставит на каждом шагу контрольные точки, а для передвижения по гигантам больше не нужно будет удерживать определенную кнопку. Quantic Dream третий год катается по выставкам с Detroit Become Human. На этот раз студия представила нового персонажа, андроида Маркуса. Ему предстоит освободить роботов из плена и возглавить восстание машин. Впрочем, многочисленные сюжетные развилки позволят как избегать насилия, так и развязать полноценную войну. Верится с трудом, особенно после предыдущей работы Дэвида Кейджа, но вдруг с четвертого раза у французов все-таки получится создать захватывающий интерактивный фильм без пары роялей в кустах. Надежда есть, а даты релиза до сих пор нет. Несмотря на то, что в этом году Microsoft сосредоточилась на анонсе Xbox One X, подробности о которой вы можете узнать в нашем дейлике, об играх американская компания тоже не забыла. Пожалуй, самым запоминающимся моментом конференции стала демонстрация геймплея нового проекта BioWare, получившего название Anthem. Ждать его стоит не раньше 2018-го. Нам предстоит исследовать красочный мир в роли наемников, покидающих безопасный укрепленный форт ради наживы. Поскольку игра создается с оглядкой на Destiny и The Division, то, скорее всего, в ней найдется место десяткам, если не сотням видов вооружения с различными характеристиками. Экзоскелеты героев можно будет серьезно модифицировать в зависимости от ситуации и стиля игры. Кстати, умельцы из Digital Foundry провели детальный анализ ролика. Похоже, то, что вы сейчас видите, все-таки не пререндер, а действительно реальный игровой процесс. Хотя всегда есть риск внезапного даунгрейда ближе к релизу. За сценарий Anthem отвечает Дрю Карпишин, автор сюжетов первых двух Mass Effect и Knights of the Old Republic. О проработке мира можно не волноваться, но не вынесет ли BioWare все интересные моменты за рамки игры, как это сделала Bungie с первой частью Destiny?
проснулась и 4A Games, которая наконец-то представила третью часть атмосферного сериала «Метро», получившую название «Metro Exodus». В игре появятся большие локации, которые можно будет исследовать, но разработчики утверждают, что речь не идет об открытом мире. По их словам, в нем сложно создать увлекательную историю, поэтому хоть уровни и расширились, но полной свободы не будет. А чтобы разгуливать по постапокалиптической России было еще интереснее, студия добавит динамическую смену погодных условий и времени суток. Сюжетно триквел продолжает историю Артема и его друзей. На этот раз они попытаются прорваться на паровозе на восток и поискать лучшей жизни. История охватывает год виртуального времени, за который сменятся 4 сезона, и предстоит принимать непростые решения, последствия которых могут привести к смерти компаньонов. Релиз ожидается в 2018 году на трех основных платформах. Зато Forza Motorsport 7 долго ждать не придется. Она выйдет на трек уже 3 октября в версиях для Xbox One и ПК. От симулятора гонок в первую очередь ждешь хорошей физической модели, а также большого количества треков и машин. Первые еще предстоит проверить, а с последними двумя пунктами у Turn 10 все в полном порядке. Более 30 маршрутов и 700 машин ждут вас. Любители мощных авто, пришло время планировать отпуск. Под трогательные переливы фортепианной музыки состоялся анонс Ori and the Will of the Wisps, сиквела прекрасного хардкорного платформера Ori and the Blind Forest. Графической составляющей и стилю не придраться, все смотрится очень красиво. На этом подробности заканчиваются, разработка на очень ранней стадии. Bethesda на своем мероприятии анонсировала очередную версию Skyrim, на этот раз для Nintendo Switch, а также показала несколько других проектов. Синдзи Миками все-таки делает продолжение психологического триллера The Evil Within. Сиквел, судя по дебютному ролику, будет издеваться над мозгом похлеще оригинала, а заодно предложит исследовать немаленькие локации. Правда, ресурсы сильно ограничены, так что потребуется действовать с умом, иначе просто нечем будет воевать. Игра появится 13 октября на PS4, Xbox One и ПК. А через 2 недели, 27 октября, Wolfenstein The New Colossus позовет нас давить стальным сапогом фашистскую гидру. На этот раз сюжет побросает нашего старого друга Би-Джея Блашковича по альтернативной Америке 1961 года, от забитого свастикой и куклусклановцами Манхэттена до черных болот Нового Орлеана. Арсенал расширится. Пополнение включает не только банальный топорик, но и орудия с устрашающими названиями вроде «Дизелькрафтверк». Журналисты, уже успевшие опробовать игру, отметили, что проект стал еще жестче и веселее оригинала. И это просто прекрасно, ведь индустрии определенно не хватает ядерных шутеров с обилием крови и безумными ситуациями. Финал конференции Ubisoft взорвал интернет и заставил радостно вопить всех, кто смотрел трансляцию в прямом эфире. Сдержаться было действительно невозможно, ведь Мишель Ансель представил новый ролик Beyond Good and Evil 2. Многообещающий долгострой вышел из тени, хоть и находится на ранней стадии разработки. Спросите, чем французы занимались последние 9 лет? Оказывается, ждали появления технологий, которые бы позволили реализовать все задуманное. Студия целых 3 года корпела над движком. Он позволит сделать процедурно генерируемые планеты и города интересными, уникальными и связанными между собой. А пользователи смогут передвигаться из одной точки в другую без каких-либо загрузочных экранов. Сам Ансель в интервью сказал: «Это как GTA, но в космосе. То есть мы сможем сесть в звездолет и отправиться на другую планету, но никто не гарантирует, что кто-нибудь не нападет на вас во время путешествия». Кажется, похожее мы слышали от Шона Мюррея и его печально известной No Man's Sky. Тогда неуемное бахвальство обернулось полнейшим провалом. Но не будем нагнетать, все-таки маленькую инди-студию не сравнить с командой под руководством опытнейшего разработчика, вдобавок располагающего ресурсами Ubisoft. Кстати, несмотря на цифру 2 в названии, история разворачивается до рождения Джейд, знакомой и любимой многими героини первой части. Хотя Мишель настаивает на плотной связи двух проектов. Игроки, конечно же, сразу начали строить теории, углядев в ролике женщину, похожую на журналистку из оригинала, и приняв ее за мать Джейд. Кто-то даже предположил, что повествование затронет разные временные промежутки. Настоящее, где умирающий хряк Пейдж рассказывает Джейд историю знакомства с ее родителями, и прошлое, где и происходят основные события.
Даты релиза, конечно же, нет. Зато проект не станет эксклюзивом для Nintendo Switch, так что можете выдохнуть. Ubisoft принадлежит не только самый неожиданный анонс на прошлой E3, но и один из самых смешных. В хорошем плане, не подумайте. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, слухи о которой появились еще в начале года, оказалась настоящей игрой. Более того, безумный микс из сумасшедших кроликов, Марио и тактических сражений в стиле XCOM появится уже 29 августа, эксклюзивно на Nintendo Switch. Не терпится посмотреть, куда разработчиков завела их безграничная фантазия. Сиквелы всегда стараются делать больше, лучше и разнообразнее, но авторы гоночной аркады The Crew 2, кажется, вообще решили выдать самого гигантского гиганта. Ведь в игре помимо автомобилей и мотоциклов появятся катера и самолеты, так что исследовать огромную карту позволят по земле, воде и воздуху. Более того, переключаться между средствами передвижения можно в любой момент. Отправиться гонять на всем этом многообразии можно будет в начале 2018 года в версиях для PS4, Xbox One и ПК. Nintendo Direct был, как обычно, компактный и по делу. Во-первых, серия Metroid, которую большая N практически забросила, возвращается. 15 сентября владельцы портативной 3DS получат Metroid 2 Return to Samus. Ремейк второй части, выпущенный, страшно подумать, четверть века назад. Помимо этого состоялся анонс Metroid Prime 4 для Switch, но она настолько не готова, что Нины показали только логотип. Xenoblade Chronicles 2, огромнейшая JRPG от Monolith Soft, предстала в новом ролике. Частоту кадров, судя по видео, все-таки поправили, а вот внешний вид персонажей стал чрезмерно анимешным. Сказывается смена главного дизайнера. Игра все еще намечена на 2017 год, но без конкретики. Зато Mario Odyssey обзавелась точным днем релиза. В очередной раз спасать принцессу можно будет уже 27 октября. Основной особенностью игры станет возможность управления различными персонажами при помощи шляпы героя. Достаточно кинуть головным убором в кого-нибудь, как вы получите над ним полный контроль. И неважно, если враг на несколько порядков крупнее Марио. В трейлере итальянец без проблем взял под свой контроль огромного динозавра. Всем спасибо за то, что были с нами. Очень хочется рассказать обо всех анонсах, но могучая E3 больше любого блендера, и это замечательно. Остальные новости с Лос-Анджелесской выставки вы можете найти на специальной странице 3D News. Мы собрали их для вас в удобный сюжет. Не забывайте, как всегда в конце выпуска, мы демонстрируем вам новый ролик, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы гоняли в Dirt 4 и чуть не разбили телевизор, играя в Arms. До встречи в следующих выпусках Games Blender, друзья! Я всегда обожал пришельцев. И мне очень нравится само слово «пришелец». Оно означает «нечто чуждое нам». Причем отличие не только в физическом плане, но и с культурной точки зрения. После встречи с торгоидами в игре происходят захватывающие события. О пришельцах так мало известно. Мы знаем лишь то, что человечество столкнулось с ними сотни лет назад, и это не привело ни к чему хорошему. Знаем, что события произошли в районе аммиачного мира. Знаем, что они отлично умеют сражаться. По прошествии нескольких сотен лет после первого столкновения очень многие материалы скрыли, а из-за большого количества подделок уже не понять, где правда. Но здорово то, что сейчас появились неопровержимые доказательства существования пришельцев. Все больше и больше людей встречаются с этой невероятно интересной, очень странной инопланетной расой. Есть слух, что часть сведений из прошлого верны, но мы до сих пор не знаем, какие именно. Мы видим неизвестные артефакты, которые странно работают. Видим неизвестные зонды, видим ракообразных, похожих на живых существ, способных выжить в вакууме в холодных мирах. Они, по всей видимости, добывают какие-то вещества из недр планет и спутников, на которых находятся.
В игре появляется все больше и больше инопланетных элементов, и мы увидим еще больше. Будем пытаться понять, как они реагируют. Пришельцы могут творить такое, что мы считали невозможным. Их технологии очень отличаются. Встречи с представителями инопланетной расы вряд ли будут идеально равнозначны, и не обязательно, что одна из сторон кажется лучше другой. Они просто слишком отличаются от нас, и довольно часто эти различия ведут к плохому исходу для одной или для обеих сторон. Думаю, как раз это и происходит в игре сейчас. В ближайшие несколько недель, месяцев, а то и лет, подобное будет случаться все чаще, а мы будем узнавать о пришельцах все больше. Таргоиды — первая крупная пугающая раса, которую мы встретили, и о ней практически ничего не известно. В дополнении 2.4 будет куда больше контента, связанного с таргоидами. Оно выйдет в третьем квартале текущего года. Мы делаем нечто новое, нечто такое, от чего я сам в восторге. Увидимся в космосе.